Всем привет! Меня зовут Мария Майсак. Я один из организаторов проекта «Мир отношений», и я рада приветствовать вас на нашем курсе «Просить нельзя потребовать». Мне 33 года, я живу в Москве, я жена, мама двоих мальчишек, Алёше 4 года, Стёпе 2. Я практикую ненасильственное общение с 2017 года, и для меня ненасильственное общение стало способом услышать, что важно мне, и понять, что движет окружающими. Это ключик к тому, чтобы установить с людьми более близкую, тесную связь. Причем эта связь основана на честности и открытости. И я вижу определенные позитивные изменения в своей жизни, в общении, что побуждает меня делиться своими открытиями и навыками с окружающими. Рада приветствовать вас на нашем курсе. Всем успешной практики. Увидимся.